существует план. План побить рекорд Эвандера Холифилда. Эвандер Холифилд был после своей Олимпиады в 1984 году, где он занял третье место. Он стал профессионалом и уже в 1986 году дрался за титул чемпиона мира. Это был его 12-й поединок. Наша задача – побить этот рекорд и во временном сроке, и в количестве поединков. То есть соперники будут подбираться таким образом, чтобы Саша попал уже после следующего, может быть, даже после этого поединка в рейтинге и продвигался максимально быстро к поединку за титул чемпиона мира.